месте. Церковь Святого Хуана. Разделимся. Поищу следы Лопеса. Спрошу местных. Может, что и узнаю. Моя подруга Сара археолог. Она работает неподалеку. Пойдем спросим у нее, что эта загадка может означать. Было бы здорово. Сара всю жизнь сходит с ума по каменным лицам. Обычно люди приходят сюда в поисках сокровищ, но не Сара. Она ищет ответы. Вы с ней давно дружите? С самого детства. Она была заучкой, а я вечно прогуливала школу и гоняла на бабушкином фургоне. Иногда удавалось уговорить Сару поехать со мной. Эбби, можешь мне помочь? Что-то сломалось. Стой, ты что? Та Лара? Крофт? Да. Я узнала тебя по фото. Что ты здесь ищешь? Я решаю загадку. Сердце змея лежит в чаше, рядом с каменными ликами. Каменные лица. Я тоже тут из-за них. Не хочу мешать вам работать. Что меня интересует, так это змеи в чаше. Что ж, могу тебе сказать, что они тут по меньшей мере 4 столетия. Согласно бумагам из библиотеки, они стоят на страже. По легенде, они охраняют тайный склеп. Склеп? Мы его так и не нашли. Можешь себе представить, как это бесит охотников за сокровищами? Но если скандальная Лара Крофт так умна, как о ней говорят... В общем, если сможешь его найти, то очень меня выручишь. Значит, начать с библиотеки? Да, вон там, за кладбищем. Это одна из старейших построек. Если что найдешь, не забудь сказать мне спасибо. Спасибо, конечно. Подруга Эбби сказала, где-то в библиотеке есть склеп. Встретимся там. Пойдешь на кладбище, будь осторожна. Там живет ведьма, и она любит превращать всех в лягушек. Я буду очень осторожна. Одна дама обидела ведьму, и та ее заколдовала. Нет столько мест. Так значит, где-то тут Эйны. Если тут замешан Лопес, непременно есть подстава. Разумная теория. Ну а ты? Есть что-нибудь полезное? Я нашел брошюру. На 7 шагов ближе к Богу. Кто знает, может пригодиться. Как в мавзолее. Значит, мы на верном пути. Иона, я что-то чувствую. Мы уже близко. Давай поищем следы Лопеса. Эти заметки оставил основатель Ордена Семерых. Речь о средствах, выделенных на ремонт библиотеки. Этот крест, похоже, он сделан в 17 веке. Его оставил Лопес?
Дверь закрылась, и наступила тишина. Такая... Другие боятся, что братья Делакрус и Сирана не вернутся. Декабря 1603 года. Лопес разбудил меня, уже приготовив скудный завтрак. Нет столько места. Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Конец света. Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Каменные лица плачут, когда Иисус бредет по дороге скорби. Слишком много погиб. Под крыльями его найдешь ты убежище. Те две цитаты из Библии. Солнце померкнет, и под крыльями его найдешь ты убежище. Что это означает? Цапля и затмение. Точно. Ищи цаплю и затмение. Тут спрятана целая фреска. Вера Крус, истинный крест. Это то, о чем я думаю? Серебряный ларец. Ни с чем не спутать. Иисус берет крест на плечи. Стояние крестного пути. Но почему не все? До 17 века их было 7. Это фреска времен Лопеса. Новая подсказка. Да. Это как раз в его духе. Ладно. Где-то здесь должен быть крест. Давай поищем. Когда мы найдем ларец, как собрать ключи на место? Придумаем. 25 декабря 1603 года. 4 дня прошло с тех пор, как мы повернули...
Боюсь представить. Нашла что? Да. Иисус берет крест на плечи. Помоги поднять. Высота не маленькая. Давай спускаться. Состояние второе. Иисус падает в первый раз. Нужно провести луч света по всем стояниям крест. Ступай, покуда с тобой свет. Нужно провести луч света по всем стояниям крестного пути. Покуда с тобой свет, дабы не объяла тебя тьма. Как будто подсказка. Или угроза. Похоже на Деву Марию. Стояние третье. Иисус встречает мать. Зеркало запылилось. Я тебя подсажу. Лора! Ты цела? Повезло, что она проржавела. Это четвертое стояние. Да. Давай взглянем на эти фрески. Нужно проследить светом все стояния крестного пути. Нужно проследить светом все стояния крестного пути. Это был не просто склеп. Сейчас.
ошибся. Опять стояние крестного пути. Но с мумиями. Разве это не богохульство? Не обязательно. Они могли таким образом высказывать свое почтение. Или они чокнулись. Наверное, это шестое стояние. Это богослужение, какой-то подпольный сект. Буквально. Что это была секта, я с ней спрошу. От него и так одни беды. Хорошо, заработал. Что тут произошло? Лопес приказал себя замуровать, а потом... Бах. Никаких свидетелей. Исчели. Только руки праведника могут забрать судьбу из моих рук. Но это про тебя. Он послал нас по ложному следу. Испортил все подсказки. Чтоб сберечь Ларец от Тринити? И от народа Пайтити. Он был одержим этой целью. Thank you.
Где она? Не знаю. Мне нужен ларец. Пошел ты! Разговор окончен. Амару! Стоп! Не трожь его! Отпусти его, и я отдам тебе ларец. Лара, что ты делаешь? С меня довольно потерь. Несомненно. Твой отец был гением. Я лишилась его, не успев узнать. Мы с ним дружили. Но он был буквально одержим. Ты его не знал! Он не признал, что его работа может обернуться трагедией. Мне пришлось вмешаться! Ты его убил. Он хотел рассказать всем об Айдите. Все, что я люблю, все, что защищаю! Мой мир был бы разрушен. А как же мой мир? Да брось, Лара. Это же несопоставимо. Еще как! Для маленького ребенка мне было 9! Слишком много было на кону. Целая цивилизация, сотни лет независимости, тысячи жизней. Выбора не было! Всегда есть выбор! Еще не поздно. Почти память Унурату и возроди солнце. Нет. Угрозу нужно устранить. Ты просто эгоистичный, трусливый убийца. А ты, Лара? Скольких ты убил? И для чего все это? Беги, Лара! Взять его! Он нам скажет. По рации что-то тишина.